какой? ЕПГП лутмастер, я скачивал тот, что в DC был. Мне тоже. У тебя, значит, что-то не настроено, просто в самом аддоне. Вот штаны нужные, блядь, упали, сука. Окей. Алиса бы так и не забрала лимон. Как его настроить? Обоссаны штаны на ДК. ДК-то, да, паладин. Так. Дальше. Они, по идее, бис. Пробафали. Нет. У вас бис башка идет. Нет, Алиса, иди, да. Череп. Тяни. По черепу играет РДД. Кого сумоните? Угу. Уже зачарила, что ли? Нет, я пока камень ставила. Чай, нету времени покупать. Алиса, на изготовочку иди. Ждала щита своего. Вообще, описывай. Угу. Ну все, хоть по одной шмотке, ну, блядь, берем, да, ёпка. Да. Плюс один осколок, уже 42, блядь. Расскажите мне кто-то за ПГП Лутмастер. Что тебе именно рассказать? Ну, я скачал тот, что в 10, что он мне не работает. Как его мастерал говорит настроить? Где что? У меня тут мир. На автомате должен быть настроен. Для начала поставь галочки в модификациях, чтобы он выгружался. Так, череп тяни. Здесь уже все череп тяни. Войд. Че? А череп играет РДД. Для РДД на хасту ставить тогда. Так у меня этот и стоит, не? По-моему, у тебя нет, не этот. А как он называется? Чё, блядь, за тут вообще не дамажит, нахуй. Остальных сносим. Блядь, групп лут не поставил. Вспомните десятку нашу, там... Трэш как-то вообще как-то. Ну, на всякий случай, это не десятка, это 25-ка. На всякий случай лучше отходим, потому что, блядь, шотнет, лишнее время потратим. Кому это души так летят? Череп. Мне. Не забываем, напоминаю еще раз, по черепу играем. Стрел, не улям хп. Дал прожимку на всякий случай. Я же говорил. Охуеть. Это роль все. Порезали быстрее. Только двоих убило, троих. Это не всех. Тремя больше, тремя меньше. Так. Лишь череп тяни. Да, я сам притяну. Череп забирай. Лимон, желтая луна и серая луна. Все, что тебе надо знать. А хили ли мидвея? Хилы. Я внизу стою, если что. По черепу играем, воскресший появится, играем по воскресшему. А че Винар не дамажит, что ли? Не получаем дамаг. Если... Тебя не бьет никто. На синей луне, этим самым, звездным огнем, да, бить? Да, я думал, да. То, что я не бью. Смотри, когда у тебя прок идет на гнев, ты рой насекомых юзаешь. Когда у тебя идет на звездный огонь, ну этот, на большой каст, то ты лунным огнем бьешь. Череп играем. Короче, желтая луна над твоей башкой, над башкой твоей совы. Ты читаешь, увеличивает что-то урон там от гнева, бьешь гневом. Серая луна появляется. Ты читаешь, прочитываешь там, увеличивает что-то там от звездного огня, урон там. Да, 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 есть такое. Прочитал, запомнил цвет и бьешь. Желтая гнев, серая звездный огонь. РДД играем, милишники играем по ученику. РДД по помощнику. Лиза, без рай ревнителя Таурена большого. Что ты там уже зачарили? Кришники играют по Таурену. РДД по помощнику.
Шваки, делай что-то с этим. Как его? Потому что иначе ты не сможешь лут там что-то передать. Да как бы кулак никто и не бафал, нахуй кулак, правда? Пан, ты на кулаках сидишь. Сильно. Ну а этого мертвых пришли. Прибафать. Сразу агри. Гильдии у кого-то есть там 37 минуты. У тебя есть, я посмотрела рецепт, да? Ты меня 25 зачарил. Да? Ну ладно, сейчас. Угу. Перегов не хватает, да? У меня нету, я сейчас буду брать на посох. Я бы купила у Шансунга стак как раз. Мне на еще есть при себе. Дай еще. По-моему. Так, по тактике. А, соответственно, ребята. Нету у меня. Есть, сейчас. Как я смотрел со сгардов, они били чисто две пати, бьют справа-слева, остальные играют по боссу. Лишний флут нахуй убрали, пожалуйста. По крайней мере, здесь, как действовали асгарды, они били по одна пати, играют по правой стороне, другая пати по левой стороне. Соответственно, потом одна пати какая-то или обе эти будут играть по сторонам. А остальные чисто бить боссу. Повтори еще раз, какие пати где. Сейчас, погоди, я распределю. Так. Сколько лямов манил рублей? 13, 14. 4. Так, итого у нас. Что получается? Инвентар будет у нас справа, я слева. Соответственно. Меня желательно на букс. Не в Рейгурске. Ты на трэш. Ты бил. Надо тех, кто шипы не бил, ставить на трэш. Пошел резко. Третий танк. Не говори, как сейчас смотрим на леди. Именно как сейчас. Как сейчас смотрим на леди. У нас давайте-ка, блять, надо так распределить. У нас некоторые будут играть. Смотри. Соответственно. Turbo Unkill the Doom. Вы играете слева. Соответственно, повторяю, для РДД вы играете по тем мобам, которые без маны. Милишники играют по тем мобам, у которых есть мана. Надеюсь, понятно. Дальше. Левой, я же сказал, да, Turbo Unkill the Doom. С правой Джованни Клинит Нирел. Вы играете справа. Дальше. По милишникам, соответственно, давай. Два слева, два справа будет. Мастер, Лу. Вы играете слева, Лу. Ты сначала тянешь отсюда моба на левую сторону. Как обычно. Соответственно, с правой Shape Pan. Вы играете с правой стороны. Надеюсь, понятно. Далее. Остальные играют по боссу. Дальше. На переходке. Соответственно, на второй фазе. Ребят. Как бы так распределить-то, блять? А, все, соответственно, мобы слева появляются. Те, кто слева играли, играют по мобам. Соответственно, те, кто справа мобы появляются, те играют справа. Надеюсь, понятно. Соответственно, ребят, не забываем, с лужи выбегаем очень быстренько. Сейчас попробуем по этой тактике, если что, там по другой будем действовать. Далее, соответственно, будет три контроля. Ребят, ДКшники, сливаем свои зеленки. Клизма, сливаешь кош, паладины, крылья, баблы, пожалуйста, это все с ним сливаем. Особенно касается варов. Вары, вы сливаете, пожалуйста, антифир. Прям по КД. Возложение тоже надо сливать. Ну, возложение это ладно. То, что прохилят босса, это хуйня. Надеюсь, понятно.
Да, и каплю сливаем паладина. Вообще танка какая тактика тут? Для танка ты, соответственно, справа на второй фазе набирай, перед второй фазой запомнить босса сделай, потому что как у босса будет лоу хп, ну, лоу мана, соответственно, идешь, прожимаешь таунт на него, чтобы подняться по агру. Сейчас проверим, действует тут таунт или нет. А так, на пул, ребята, мамоедик, гурский, клизма, постоянно напуливайте вовинар. Если у нас так не получится, начнем в три танка. Чек на готовность. Да. Чё ты хочешь? Чит. Рыба поставил. Чё за чарить? Чит. Давай. Рыбу кушаем. И, ребят, следим за агро, особенно по мобам. Моса, если получится, выкатываешься, также берешь кого-то в контроль. И да, на второй фазе, ребят, от духов убегаем. Идут в милизону, убегаем. РДДшники, вам это сделать проще. Набираете рейндж и следим за этим. В смысле, 37 интеллекта тут написано, что ты хочешь? За диспел проклятие забыл. Чек на готовность. Зачарило? Тут за какой-то диспел проклятие говорят. А, диспел проклятие, да. Мосс, орхидея, турбан, килл. Стараемся продиспеливать. Сюда она тоже вкачана. Ну и да. Диспел проклятие, потому что ГКД идет на 13 секунд каждый каст. Если вот под проклятием, каждый каст на 13 секунд идет. На 13 или на 15 секунд ГКД. Просто скилла. Все готовы? Соответственно, если есть проклятие, диспелите. Все готовы? Отчет на пул. Да, я уж понял. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Чё, мысл слева, да? Донкста работает. Играем уже по мобам. Бля, ну я же предупреждал, Лу, мастер, по каким вы мобам играете? Так слева же, не? Да, слева, только не по милишным мобам. У тех, у которых есть мана, вы играете, по ним вы больше дамага вносите. Кто-то клизму отпиздил. ШПшники. Спойливаем, пока что так идем. Блять. Пиздец какой-то. Там РДДшный моб. Да я дал кого. Мне кажется, ли тотемов нет у нас? Мобы взрываются. А, да, мобы, блять, еще взрываются, уже забыл. Контроль. Мосс, бейрни клизму. Ёпта. Ебать тут мобы, нахуй. Надо больше людей. Всех. Первая, третья пати играет слева, вторая, четвертая играет справа. Пошли. О, нет. Контроль. Мобы взрывают. Ложимся. Только два трупа. Пускай хотя бы вторую фазу увидим. Ну да, посмотрели бы чё. Фазу, блядь, мы увидим. У нас сейчас мобов один хуй ляжем. Хули тянуть время. Встали, побежали, блядь. Убили заново, нахуй. Они вообще не должны взрываться. Да. Соответственно, будем сейчас играть... По нормальной тактике. Да. Первая, третья играет слева, вторая, четвертая играет справа. Да, мобов только зергать тут без вариантов. Да я бы миликом вообще, блядь, стояли бы вообще слева-справа и не бегали, не босс. Иди вам дам, Гурыч, иди сюда. Давай.
ПВП. Умираем, не надо ко входу убегать. Мас лес и так дотянется. Что уходит ко входу, это пиздец. А можно свести всех мобов в центр, короче, дать бомжей и залить их там сразу. А, нет, это тебе не X5. Да, причем это X5, бред. Не X5? Я смотрю, как они вообще, блядь, не дамажат, даже когда взрываются, блядь. Когда взрываются, они нормально на домах. Пока на ты их будешь сводить, блядь, они уже взорвутся. Да, там половина еще гру рвут, поэтому надо их сразу заливать. Соответственно, также, кроме Роги, все играют, блядь, по мобам. Ну, про Рогу, я бы поспорил. Рога очень хорошо веером сольет 3 моба, очень быстро и эффективно. Рога тоже должен бить трэш. Пусть вносит дамаг по боссу. Ну, смысла от этого дамага нет, надо мобов быстрее сделать. Так, а нам надо и леди заливать на мобов. Леди бьется, Молодцы. Тотемы нормально там стоят. Пустили босса, нахуй, чё бой, блядь. Это тотемы, инфосотка. Умираем. Леди бьется. Встаем в кучу, не надо отбегать никуда, встаем в кучу. Сейчас мобы, блядь, появятся, нахуй. Будем убивать. Ну, убери. Чё, не появляются мобы? 40 секунд. Сейчас появятся. Нет, они должны были уже появиться. Туда же босс не кидает скиллы. А теперь кидает. Потому что Шаки подошел, да? Вон мобы появились. Давайте так она не на тотемы сагрилась, он на кого-то из вас. Ложу уже все зайдите. Это из-за того, что диван был. У нас запустилось, когда диван сняли. И вот там уже резнули всех. Тотема насагрилась. Так, ладно, ничего, проблемы нет. Встали, забежали. Я знаю, что тут духи на второй фазе взрываются. Не только вас, а весь рейд, если вы их ловите. А все знают, что не надо пиздячить того, кто в контроле. Походу нет. Вот. На клизму ШП убили. Я думаю, это Джованни. Нет, там писал Нерель. Там Нерель писал. Рыбу кушаем, быстрее тпшимся. Рыбу кушаем, джифс тут стоит. Клизму мобы убили 2 раза. Нет. Нет. Блин, кони тогда. В рейд, кто его убил. Выписала Нерель. Всепожирающая чума. Да там не только. Потом ее бернули и еще раз убили уже мобы. Ну, да ты... ладно, не спорьте, ну блять умер, ну хер с ним. Там 2000, но он ни от чумы умер. А 20 тысяч от взрыва. Он 2 раза умирал, алё. Ну, все 2 раза от мобов. Смерти нажми и посмотри детали смерти. Нет, первый раз меня действительно пристыдил. Может добил. Думаешь, чё? Нет, не добил, там целый лист был. В контроле. Я в контроле был, а меня накидал. Сердцем повторяю, первая, третья играет слева, вторая, четвертая играет справа. Ладно, Клизма, бегай так же, как и все. Так, еще раз чек на готовность, бафы проверяем все свои. Все готовы, отчет на пул. Пул только при слове атака. Призыв сейчас мобов уже будет. Призвались. С центра уберите моба. Да не могу я убрать с центра моба. Он взрывался просто. Надо было стандарт. Или тут не дается стандарт. Играем по мобу быстрее. Контроль.
Милишники, добейте моба, пожалуйста. Быстрее! Служи. Новые вышли. По мобам следим. Если бы этот, помогаем справа-слева. Блять. Дал хуэлл турба. Блять, а, отлично. Контроль, 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 контроль. Даем по боссу. Это мордодашный моб, что ли? Где? Справа, молодец, Стас. Справа не забываем, блядь, доливаем всех мобов, помогаем, ребят. Стэнта от моба отойдите. Сейв дал, контроль. Моса БР есть, БРнишь потом этот, орхидею. Что, ты сам себя убил, что ли? Прохил, там... прохил, прохил рейда, прохил рейда, прохил рейда. Моса БР, орхидею, быстро. КД 2 минуты, почти 3. Угу. Служи, мобы. Блять, не дохуя таунтов у меня, ребят. А я почему? Контроль, контроль. Я тут кого-то пиздячу. Мос убивает. 1%, блядь. Добили мобов? Мобов долили? Алис, отлично. Призыв мобов справа. Мобы вышли, леди вышла тоже. По мобам играем. Мобов убили, играем по леди. К мобам не подходим. Ты не в сил. Противится моей. Контроль. ФБЛ. БЛ, контроль. Блин, словил один. Гера в контроле отдалась. Это Гера. Духи Мелизона. Косты сбивайте, босс. Ты нет на Геру у меня. Затыкайте косты, леди. Мобы. Это Гера. По мобам. Играем пока что без Геры. Баткатиться дадим. Готовимся с контролем. Контроль. Контроль! Духи, блядь, ребят! Милишники, не слакаем с духами, нахуй! Стойте. Служи, духи! Духи. Духи, осторожно. Духи. Отходите. Мобы. По мобам. Контроли. Контроль. На пол, блять. Мама едет, притворись мертвым. Притворись мертвым. Мобы сейчас будет. Дух, ну ёб твою мать. Да ну вы заебали духа взрывать, ну просто слов нет. Турбойцу дайте салют. Духи. Мобы. Мобы, духи. Ты не в сил. Противник. Контроль. Духи.
Так, я думал, БР, а он не... Не было. Могу СС повесить, надо, нет? Да тут уже нет. Там можно... А, все. Уклоняйтесь пока от духов, блядь. Мобов медленно сносим. Ложимся. Тотем убери. Слышь, Тём? Оу. Смотри, на второй фазе лучше, наверное, водить леди слева и... Ну, слева направо, чтобы трэш заливали милики. А тут... Так там смотри, и духи получается. Будут ебать. За ну, так от духов сбегать надо. Просто к тому, что стоите вы в одной стороне, а духи прибегают сзади к рейду. Точнее, не духи, а трэши. И все. Леди второй танк агрон набирает. Так, а первая слева или справа? Первая слева. Первая слева. Убили а, слева, ты... перевели босса, заодно и от духов отбежали. Ну, как бы в Гере обычно так убивают. Чё ты ну, говоришь? Значит, водить надо, говоришь? Ну, как, да, слева, слева направо водить, где трэш да, появляется. Да, надо вести леди туда, где появляется трэш. Конечно. Ну, дело в том, что анонсить здесь надо всего две вещи. Это за 3 секунды до контроля. Приготовились да, сдать контроль. И за 3 секунды до появления духов. Духи стоят здесь или не стоят? Сразу летят? Как нет, стоят. Значит, секунду, может, секунду, стоят и... Секунду, да. За 3 секунды до появления духов говоришь, приготовьтесь духи. Духи это означает, что нужно посмотреть, если где они появились, нужно сразу оттуда бежать, а не ждать, пока он полетит на вас. Вот, они в случайных 3 игроков летят, они могут... А косты что, не сбиваются? Ну, блядь. Тут какие рандомные этот, АОЕшные ледяные стрелы, они по-любому летят, блядь, в рейд. Они ребят, да. Мозги спал надо, чтобы люди убегали оттуда. Uh-huh. Если танк не ваншотит, значит стрелы сбиваются. И в стрелах проблема. А стрела не ваншотит танк, там пол ХП может снесет. Ну там она после первого каста, вторая следующий пойдет ну, быстрее. Мы вайпнулись тупо из-за взрыва духов. Вот эти 3 духа, ну, да. Если хлопнут, то одновременно, ну, никто не захилит. Тут, ну, нас это мы уже выяснили, ребят, подождите, очень важный момент. Вот вы, когда из контроля человек выходит, действительно, давайте масс диспел, потому что я потом уже без контроля сколько бегаю, вообще не хилю. Смотри, тут ведь много чего диспелить. ДЦ вообще секунда продиспелил, секунда продиспелил. Шансунг, на тебе диспел и щиты, все. Остальные 4 хила будут захиливать рейд. Напомню, даже можешь, блядь, испугать не поверить. Главное по турбу ПС-ку кидай и все. У него там, блядь, диспел пиздец быстро. Секунда. Ну так не шипешка оставалась. СС есть? Да, СС. Нет, шипы в принципе могут тоже помочь немного. На второй фазе, где-то кастомы. Димон, ты мне инр заливаешь, нет? Нет, говори, я забинди. Ну, так ты забинди и тыкай пока, да. Так, сейчас, секунду. Просадки, кто кулак дает? Просадки пошли по рейду, видишь, цепухи кинули. Тоже и... одна минута АФК, пожалуйста. Дальше пока, да. Так, духов нам взорвали кто? Шаки, Зедум. Ну, в танка 2 духа вышло. Так. Я одному взорвал, клизма одного. Кулак, кулак по хантам дайте. Разбафуйте, разбафуйте. Пан, кулаки раздавай. Ну что, даже по палам нету кулаков. Стрейте рыбу. А, кулаков вообще нету, значит. И кастки нет. О, все есть. Короче, снимите шмот, который у вас массом бьет. У меня, короче, я прожал бурсты, за мной Шансунг все время бежал, и у меня от вихря его убило, короче. По нему все время дамажит. Это уже в конце было. Да, нормально, с таким шмотом убивается. Просто духов не заливайте. Контроль был, блядь, час нормальный. Лимон, да ты чего умер? Тебя слили или духа, тебя да. Загрелся? Он в отражении уебал гневом. Нет, там себя слил. Ну, аккуратненько. Следите я не видел, что этим. На этом трэше там да, щиты висит. То есть следите, ребят. Потому что сейчас это критично. У нас леди это проходной, блядь, босс. Он не самый сложный здесь. Ну, один из самых сложных. Ну, я же говорю, я не самый сложный. А у нас гильдия. Главное пройти ее и дальше пойдет. Mm-hmm. Все так, готовы, отчет на пул. Милишники, сразу можете идти слева-справа. А время на агро, чтобы у милишников идет.
Боже. Мобов, главное, помогаем доливать, ребят. Мобов, помогаем доливать. Контроль. Шредер крылья не слил до боя, да? Шесть раз будет, готовьтесь. Ебись, варфернул, нах. Можно кроме двоих никто не будет во время трая базарить? Базарить можно только по делу. Таймер сбился. Контроль! Готовимся контролить. Контролим. Сова, звезда, Балтир. Служи. Мобы. Щит на себе держи, когда. Не успеваю. Контроль, раздали. Блять, прослакал. Контролим. Быстро мобов удалили, играем по боссу. Ребят, играем только по своим мобам, пожалуйста. Стопните по лейзеру, желательно. Стопнули? Блять, по трэшу играем. Две пачки на. Ну пиздец. Чё по Гере? И контроль сейчас, да? Приены. Геру дали, ага. Играем по трэш. Дайте бомжей нахуй. Чисто сейчас по трэшу играем. Налево. Блять, сейчас заберу. Быстрее, моба слили. От духов уклоняемся. Он дал просейв. Орхидея, бейт, турбо. Духи, служи. Блять. Контроль. Сука, не хватает. По мобам-то играем слева, справа точнее. Ну, можно не мучиться, там ДД-40 много упало. Блять. Переводим, потому что плохо. Да, перевели плохо. Ложимся. В лужу заходим, ложимся. То, что плохо перевели, это одно. Мы всех мобов забили, и весь рейд был на фул. А потом идет взрыв, и 6 человек сразу падают, и все милисники. Это уже за духами не следят. А я за это и говорю, тут то, что перевели, это одно. Я говорю, мы пока духов будем взрывать, будем здесь сидеть. Ну, взорвали столько два духа, насколько показано. Моста и мульта. Научимся, чё. Ну а чё учиться? Надо раскрыть глаза. Масрез юзайте. Ну, Маддон мастера пишет, допустим, Саджиру умер от взрыва духа, виноват, не отбежал, клизма без СМС, значит, дух летел в клизму, а Саджира стоял рядом, значит, виноваты оба. Кто не отбежал, тот, кто видел, кому летел дух. Если вы стоите, не отбегаете, значит, вы два дурака, блядь, а не один. А я не стоял, я из лужи выпрыгивал. Так я понятно, но все равно 6 смертей, пожалуйста. Понятно. Ладно, первый драй, а чё вы начинаете? Всё нормально. Нормально. Нет. Ещё несколько траев, пойдут потом ГП. Всё нормально. Пока учимся. Камеру надо подальше выкрутить. Получше пойдёт. Выкручивай. Блин, я ИСС не вешал на том, но не зря. А зачем ты в босса чёрчил?
Не бяфайте раньше времени, ребят. Саджира, вставай, я тебе резал. Ну и проценты, да, то есть, чтобы три пачки трэша не было, смотришь. Стопать. За всем. Ну я следить. Предложил стопнуть, я не знаю. Ну так ты говори, не предлагай, а ты говори стоп. Так там боссу. Кто-то сказал, пускай только один РЛ ралит, пускай, я чё, блядь. Кто-то? Я сказал, ребят, говорите по делу, я не могу за всем уследить. Понимаете? Это, блядь, не манекен босс, где ты нахуй стоишь танком, блядь, контролируешь полностью всю, блядь, траекторию. Комнаты, блядь, где босс? Один кто-то возьмите, покричите духи, да и все. Надо контролить, тут надо, блядь, сбивать, нахуй. Агрят одного, агрят другого, блядь, и таунты, блядь, и стан, нахуй, замедление, блядь, от читка, ебаный в рот. Не забывайте, нахуй, паладина с агро, блядь, очень плохо, нахуй. Чек на готовность. Надо тебе этот самый медвей макро скинуть на танк. Есть еще вариант в 3 танка и гнать такое. Потом скинешь. Так, чек на готовность, все готовы, отчет на пул. Давайте. Поднимаем скилл. Как вы смеете ступать? 3 секунды мобы выходят. Забываем об этом. Моб взрывается. Контроль. 4 секунды. Готовимся. Контролим. Расконтролили. Отлично. Служи. Таймер неправильно пошел. Это таймеры вообще сбиты, блядь. Мобы. Блядь. Койл дал. Контроль, готовимся контролить. Это благословение. И покажи чужакам, ты не в силах. Противец. Контролим. Блять, вывел. Ага, отлично. Блять. У кого БР есть? КД. У Моса. Моса, БР мультю. Служи. Мобы. По мульти дали баф сразу. Контроль, секунду. Контролем. Клизму уберите. Чернул. Че, стоим, ждем или дальше бьем босс? Да, сейчас успеет мобы выйти. Так, на 10% стопаем. Стоп! Стопайте. Бам-бам! Блять, фанатик, сука. Да мне фу пружинки не злыбка, а расовая. Ты не в силах. Так, этого забрал, блять. Контроль. Мы опять не успеем перевести. Успеем, че. Переводите босса. Милики, мопсы. Моб слева, мы милики забиваем. Быстрее. Босса перевели. Отлично. Успели. Бам-бам, слева. Анкил, не сдохни. А за духами следим. Контроль, готовимся. Духи милизону. Милизону. Авинар, прожимку. Контроль.
копии могу. Быстрее с контроля. Выводим. Геро может. Духи Мелизона. У нас диспан на другую сторону не веди, леди. Леди-то води, блядь, БДК. Так, не ори, нормально. Ты можешь мне отнекурить, чтобы вы свои слова понимали? Мобов. Убиваем мобов, быстро, 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 нормально, стопнули флут нахуй. На другую сторону веди, от духов убегаем, не забываем, контроль. Служи. Каст. Духи призыв. Сразу продиспеливаем. Вредная зона. Агро. Мульти скинь, агро можешь, нет? Дайте боб по мульти. Скинул уже. Два духа, осторожно. Два духа мили. Трэш вышел. По трэшу. Отдал прожимку, если чё. Духи, духи. Контроля. Контроль. Два духа рядом с нами. Мама едет, притворись мёртвым. Нар умерла. Танк умер. БР и Винар, если есть. Нету. Духи РДД. На пол, на медвея даем. БР есть, БР и Винар. Две минуты. Да я не сечу. Трэш вышел, трэш. По трэшу. Дух, блять. Служи. Жесть зря. Контроль. Контроль. О, блядь. Гурский, гурский. Я так. Пиздец, нахуй, стрельнул. Ну, у меня осталось 7. Да, залпа по 20 тысяч. Духи. Лимон, чего ты стоишь, дух? Я вижу, не летит, он летел к этому, к клатчдамну, блядь. Духи, Мелизоне, осторожно, два духа. По мобам играем. Готовимся контролить. Контроль. Косты не забываем. Духи, духи, так, тут выживает. Падаете, чё? Да, падаем. Танка нету. 37%. Уже неплохо. Говоришь, ледяная сторона не ваншотит, да? Ну, ваншотит, но ваншотит дэшев. Ничего, так шотнуло, потому что, ребят, Клизма, оставайся на второй фазе чисто на боссе. Забивай нахуй косты. А я еще не от духа умер, если ты про это. Не, нормально. Нет, я про забивание косты. Ладно. Ну а чего Эвинар сдохло? Чего сдохло Эвинар? Меня не прохилили, блядь. Там было время, чтобы меня отхилили. Да там же меняться надо. Не то, что там не забывайте, что контроль. И напыль он на второй фазе. Давайте по мидвею, чтобы если что, босс сейшился с меня. Тут с лестницы моб не выходит, да? Нет. Да, там шваки ударил по ней. Контроля? Ну, конечно. Да, тут я налупил своих, там плюшки летели. 19 прикосновений вампира, Нирел. В чате же вам пишут все, у меня дон фаталити, читайте. Если б я так на БГ залпом бил по 25 тысяч. Ну, соответственно, смотри, Алис, на второй фазе ведешь босса первый раз. Идешь его сюда, сразу же на левую сторону, потому что с левой стороны появляется моб. Мобов убили, переводишь его на вторую сторону, соответственно сюда, направо, потому что справа потом мобы будут появляться. Может я попробую в третьего? И так же, туда-сюда. Можно попробовать в третьего.
Если чё, раз прожимка, то 4. Ну давай, мастер, спекайся, чё. Будешь третьим, будешь сидеть на боссе, я буду мобов ловить, да и всё. Проблема-то. Нет, ты на босса станешь легче набрать, а не мобов танком будет, мне ярости надо. Кто у тебя в мобов? Хорошо, давай в мобов, ты будешь сечиться, да. Я в босса. Можете с Алисой держать босса, да. А, погоди, стоять. Нет, обратно, спекайся в ДД. Шлаки у тебя сколько в танке? Спекнись. А я его вроде добирал протом, да? Ну. А, не, его фростом добирал. Дэй, когда я тяну РТД моба, ты его сразу не агри, я когда сбиваю газ, я подвожу к фанатике. А, ну хорошо. Я понял. Ты старайся. Не нервничаем, все нормально. Так, рыбу поставлю, рыбу кушаем. Соответственно, 2 ДК на босс будет на второй фазе. Шваки, ну, чисто... Шваки, можешь этот набирать агро сразу? Или, а, нет, также свичайся, помогай, если чё, моба. Вон, можешь моба с этого фигарить. Смотри, медведь. Может, он сейчас и будет с лестницы забирать? Да, да, с лестницы он будет забирать, а ты будешь просто дуплить босса. На второй фазе, да, сбрасывается, поэтому все на пулы отдаются в танка мейну. Тем более мейн должен забирать все. Ну чё, Винар первый заберет, Шваки ну, будет на ПСС. Ну, ПСС, соответственно, как обычно, на Орхидею и на МОС. Фласки 5 минут надо обновить. Ну обновляйте, чек на готовность. Не забываем, я выдавал по 2 фласки, потом еще выдам по 2. Проблема-то. Все готовы? Отлично. У меня есть еще предложение. У кого есть свои сопроты, можете випить, в принципе. Нет. Попробовать под ним. Это контроль. Не забывай. А, контроль такое. Мы даже должны, по идее, снимать от темной магии, блядь, и какую-то лапу, шутверы. Да, не надо. Это нормально. Мобы. По мобам, не забываем. Служи. Контроль. Да, ну... Готовимся к контролю. Моб по центру стоит. Милишный ваш. Контроль. Чё, ему никого не надо бить, да, ему, блядь? Ой, блядь. Убейте моба справа. Справа моб, по центру моб. Почему не убиты? ДДР, ДД, блядь. Мастер умер. Есть БР? Тотемы поставьте. Есть БР. Лимон, БР. Вой, тотемы. Взрывается мобы. Блять. Моса, БР, турбо. Все, БРов нету, контроль. Приверженцы, убейте милики, у него щит висит. Вы чё, блядь, убили Джованни или чё? Угу. Нирал, блядь, да, чё за хуйня, не пойму. Я под контролем был, вообще. Меня никто не это сам. Его не законтролили, ничего не дали, короче. По мобам. Блядь, вообще плохо у нас идёт сейчас. Очень плохо. Что-то мобы плохо срываются. А потому что, блядь, не убили одного моба и побежали сразу босса бить, да, нахуй? Контроллер сдали. Да пиздец, блядь. По мобам играем. Чисто все сейчас мобов играют. Контроллер сдали. С контроля кто вышел, продиспейлили их. Играем по боссу. Проклятие сразу диспейлить. Если вы не будете диспейлить, мобы умершие будут превращаться в эти говно. По трэшу играем, следим за трэшем.
Готовимся контролить. Вышли с контроля, продиспылили сразу. Мобы, готовьтесь, идите уже по местам. Стопнули по леди. По леди стопнули, играем по мобам. Сколько у леди? Контроль готовится. 12%. 10. Контролем. Контроли раздали. Клизму законтрольте. Ух ты шо, блядь, клизма. Снах умрет. Ну да, с дотами иду. Моба залили, отлично, переводим. Быстрее переводите. Мирал, что ты выше стоишь? У вас есть 5 секунд. Дим, на ману можно? Быстрее, 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 отлично. Танки ловим. Налево. Блять, справа мобы вышли. Контроль, готовимся. По мобам играем. Контроли раздали. Контроль. Дали ДК прожимку, блять, двое, пиздец. По леди играем. Икста. Мов в центр летит дух, отбегает. Геру дай. ХД. Угу, понял. По мобам. Контроль. Ой, здесь под крылом всех убил, нахуй. Огромная просьба к этим, к хантам и варам. Сливайте свое отражение до контроля, чтобы оно у вас было постоянно. Ничего в КД. Должен, блядь, менять столько 10 секунд. Нет, отражение-то это ладно, это хуйня. У вас диспелом, точнее, фиром это Престовским это хуярит. Это то, что Гурский и Мамоедик вам надо сливать отражалку свою. Да, изи сотрю. А варам надо антифир сливать, пол КД. Да, я бы на первой фазе вообще миликами, блядь, никуда не шел. Они пока добегают туда-сюда, это пиздец, такая вата нахуй. Все взрываться начинает, блядь, пока они припрутся нахуй. Ну, вары тогда, остальные мелики. Может, не слетать фурика спикнуться, что ли, блядь? Нам только посоваться арги там нормальные, блядь. Ну, если мой спек. Молодец, Вар, кстати. Сколько у тебя это надо? Саджир. Что там за хвостунечка такой? Как у тебя это было, мне забагалось, Вар? Ладно, серьезно. Молодец, сейчас я подойду. Ай, да ты, Шреддер, покаяние даже не давай, оно бесполезное тут. Ты чё? Любое. Чё, вешаю СС на это, Орхидель, на кого? Чё, покаяние действует на нежить. Да я в плане, он имеет в виду контролит, блядь, а толку нахуй, любого АУЕ забивает. Не, прав, он нахуй меня контролит нормально.
Каких сов у нас одна сова, ют? Да. Были бы эти совы, бля. Надо всем снимать эту хуету, блядь, защиту от темной магии, чтобы присты феряри, а то они будут так... Да, до этого же феряла, все заебись. Лапу не надо снимать, снимают обычно только защиту от темной магии. Всегда и везде. Ой, не везде, она леди именно. И да, и ауры, и ауру защиты от темной магии, зачем она тут? Блять, снимают, даже нахуй на циркуле, ебать, войт. Присты, блять, не будут ферять, что тебе... Я обозначает? Думаю, в данный момент это глупо будет обсуждать пруф и тому подобное. Типа, блять, прист нахуй, думаешь, фернет чувака, у которого 260 сапрота, блять? Да, фернет. Ага, ну да, с ноль, блять, пенетры, нахуй. Не фернет. Там охеренный шанс. Один из трех феров проходит. Если на сервисе не набрать пенетру, даже в PvP не феряет. Ай, блядь, чё вы спорите, блядь, нахуй? На арене, блядь, набирают 135, чтобы перебить, нахуй, блядь, ауру, блядь, паладина, блядь. И чё? Ну, конечно. Да. Не знаю, как у вас там в дарках убивали, в контактах всегда все снимали. Я ауру от темной магии. Вот, даже в дарках просили снимать, слышишь? Там просто рейды овергирные были, там упадут... Да, да не то, что овергирные, тут, блядь, 5 пристов и ни один фернуть не может, потому что все уходит в сапрот. А так, блядь, любой прист фернул, и 3 побежали в фире 7 секунд. Духи, когда взрывается темка, идет. Ну, и их нельзя взрывать. В любом случае умрешь. Один дух это прожить можно даже и без Тёмкина. А если два взорвется, там даже вы, блядь, с Тёмкой не проживете, нахуй. Какую абсорбку вообще можно показать? Не надо ничего показывать. Всю ночь ты. Чек на готовность. Я не знаю, я себе снял от темной магии пристов. Берите, поставьте на огонь. Защиту от темной магии пристовскую сняли все. От духов. Блять. От духов должно убегать. Чем давай на духов будете давать, я не знаю, этот прожимки свои поочередно. Я даю по КД почти ее. И на духов прожимки это, блядь, рандомно. Один раз взорвали, второй раз не взорвали. Все, ну, все равно откуда. Нет, я даю на бобов. Все готовы, соответственно, отчет на пол. Мобы уже. Че стоите? Мобов слили? По мобам играем, оперативнее, ребят, следим за этим. Не я вам каждый раз должен напоминать, что мобов должны. У вас ДБМ должны стоять. РДД, моб слева. Контроль 3 секунды, приготовили. Контролим. Контролим, не убиваем. Проклятие, Зоил, используйте быстрее. Я в контроле. Мобы вышли, убили мобов. Бам-бам. Контроль 5 секунд. Клизма сейчас, блядь, чередой убьет. Бля, еще и трапу встелил. Клизма.
Мобы. Контроль 5 секунд. Приверженность Америки добейте. Там отражение. Контроль. Контроль. Отлично. Может чуть стопнули мне? Стопнули по боссу. Готовимся по мувам. По мувам играем. Моб взрывает. Блядь. Сбил касс. Он со мной взорвался. Контроллер раздали. Приверженцы, милишники добили, остальные по боссу. Быстрее. Быстрее по боссу. Танки на босс. Хуже. 3%, быстрее. 2. Блять. А, не, нормально. Успели. Нормально. Алиса, води влево, вправо. Сейчас там трэш. Там убьют трэш, сразу веди босса направо. Контроль готов. Контроль. Духи. Мили. Все, уходим в другую сторону. Контролем. Ага, 46 секунд. Продиспыливаем. Духер ДД. Геру дай. Или зона духи. Блять, ну... Или зона нахуй. По-моему. Бэр, Твинси, кто-то ложит. Духер ДД, осторожно. Пошли так, Лимон, есть Бэр? Mm-hmm. Давай подвинь. Контроль. Сову не убейте. Хорош. Дай прожимку. Приси сам. Давай сразу Бэр. Пробав дали. От духов убегаем, не слакаем. Пришел. А. Соберитесь, молчите. Духи. Духи, мобы, сразу. Служи. Контроль сейчас. Духи. Контроль. Духи РДД. Юля. Противится моей воле. Контролем. Не убейте шансона. Сальвус от джипа дайте. Шреддер, дай ему сальвус. Кто там по мне пуляет? Быстрее, прохил. Духи. РК прожимку, блядь. Дайте боб по мульти. Медведь, отбегай, духа. Я-то отбегу, блядь, 57 трэш. Секунд. У нас трэш минус 2 хила. Пока что идем так. Духи. Играем по мылам. Контроль. Клинит, сейчас убьете, блядь. Слушай, баблы не сливает. Откатил бабл, слили, откатил. Теперь время убить миликов, снимать пушки. Гимномана кто-то дайте. Так а шо, 2 хила. Налил на нуты, духи. Мелизона, Родидозона. Взорван, до свидания. Всё. Нажимся. Ребята, тяжело играть за шамана. А похуй, что, блядь, вы подводите босса нахуй по трэш, блядь.